Sie muss ich bannen. Один. Еще бомба. Я сейчас орёс. Есть кухня. Есть хапай. У нас справа сразу. Что ж, блядь? Патруп. Не шот, не шот. Я резу. Ебать, план. Здесь справа, в упоре. Кишка, еще у меня кишка. Чё тут, что? Тут робер вышел к тебе, Чё, блядь, двое робер, блядь? Желтый, лаз, желтый. Картон есть. Спина моя бьет. Смотри себе. Тихо. 7, по-моему. Убил. Молодец. Талан убил. Наебал, не слышу. Чё был? Я ушел, там файт, Побереги! Не хватит, медикова. А фотка? За еще так. Бомба установлена. Мусор, блядь. Еще сколько? Резай один. Второй этаж. Забер, сука. Заджай. Чеп. Что у меня, мутроп? Здравствуйте! Тихо. Он спина, тихо. Игрок с бомбой убит. Не. Ван. Ух, ебать, оторвало! Нам пизда, чувак. Так, нам пизда. Наверное, в гол не сменить. Начинает как раз, забирая еще и двух, брейкер минус, да вот же он, можно минус 4 просто от него, вот это ворвался, так ворвался он в эту игру, Репуск побеждает на первом раунде. Громор смеется, все хорошо, действительно, Монтон успел, доехал и прямо сейчас до плента, в том числе квадрокилл от Монтона, 1-0 для коллектива Репу. Вот. Дали дым. Не попали с боком на глаз, кромку. Граната! Подо мной еще! Подо мной! Зигу убил! Убил! Еще, я под сикой, чел! Сика! Найс! Блять! Кидаю гранату!
Мишка, живи, живи, чувак, прошу. У меня под навесом друг. Ниже. Бомби держит, бьешь? Плэд, ласт. Контейбл, контейбл, контейбл. Контейбл спал, просто пробуем. Еще так. Лак. Медик там, хайдал сейчас. Убил одного. Раунд выиграл. Ух, ебать! Ебать. Медик убил на втором этаже. Горный хайдал, хайдал, по трубе. А, центр, 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 центр. Смотри, смотри, даль. Да. Убил. Да. Убил. Момент. Тихо, доиграй, доиграй. Бля, не. Ебать. Бомба ставит. Бомба поставил. Убил меня. Работягу. Побереги. Работяга, тут работяга. Работяга, работяга. Убил у меня под красный. Далеко убил? Нет, да прям под красный там. Дали смог. А где игра? Где игра? За вещами, право. Поберегись! Убил их вверх еще! Еще убил. Идем. Подкат, подкат, подкат убил. На нахуй, мин! Это я перцак пошел! Перцак убил уже! Давай поднимать! Давай поднимать! Давай! Осторожно, граната! Мини-фейдл! Тихо, жить, жить, жить! Акку заберите, акку заберите! До конца, до конца! Где инфа? Пока, пока! У меня медь, медь купор, у меня медь купор, я живу! На, сука, ебаная, блядь! Граната пошла! Компы! Компы, компы, компы! Го ебать, что? Ака, ака! Ака, ака! Блядь! Взят, блядь, отрезили чули, блядь! Они, это их смог, это их смог! Стой, стой! Убил! Убил еще. Не дыра. Инфа есть? Смотри дерево, смотри дерево. Тихо, дерево смотри, стой, дерево смотри. У меня мид. Убил, убил. Скалу убил. Вода, вода, вода! Вода!
вода! Найс! Ласт! Найс! Да, блядь! Есть еще шансы цепляться, пытаются открываться на характере. Монтон врывается дальше, еще раз давай, Громер открывает Сайруса. Догнать, не отпустить снайпера, так точно, минус подогнуться, Монтон! Давит, Монтон жжет! Минус 4, да, вот так как-то мотивирует свою команду, разогнать надо. Индивидуальными действиями в том числе. Да откровенно разбудить, серьезно. Вот после этого хайлайта от Монтона обратите внимание, друзья, на его вебку. Посмотрите, вот насколько он смотрит на свою команду и говорит, вот так, так надо, ребята, давайте прямо сейчас повторяйте то, что... Утверждает твои слова, закрывая, правда, пускай и не как Артика, но это минус Коллерс, скупает на втором этаже, Монтон законтролировал перемещение Тареги, Монтон минус Бэс, Монтон минус Сайрус, Монтон, хорош же. Ну и X-Light остается в соло против троих оппонентов, там, конечно... Всем привет. По итогу всего турнира мы заняли 3-4 место. Вот матч за 3 место не игрался. Ну что сказать, турниром я в принципе доволен. То есть на что как бы мы подготовились, то и получили. Не обошлось в том числе у нас в команде и без решафлов. К сожалению, наш состав покидает Холлерс. Холлерс это лучший медик на момент в игре, я так считаю. Вот, и за место Холлерса в состав нам пришел Форева. Я считаю, что это очень положительным образом скажется в нашем составе, потому что наш состав уже полностью исчерпал себя. Поэтому следите, ребят, болейте за нас. Спасибо вам огромное всем за поддержку. Прям реально, вот я каждый день читаю комментарии в группе и на ютубе. Реально спасибо огромное всем за поддержку. Ну а что будет дальше, увидим уже на следующем турнире, который будет примерно через месяц. Ну а всем пока.